первая езидская студентка и первая женщина-ученый среди езидов. Первой езидской студенткой и первой женщиной-ученой среди езидов считается Алоева Люся Мамедовна. Родилась она в Тбилиси 28 октября 1928 года в семье рабочих. В 1967 году защитила диссертацию и стала доктором биологических наук. Люся Мамедовна всю жизнь посвятила науке. В 2003 году в Грузии была награждена Орденом Чести. Является автором 32 научных работ. В 1937 году девушка поступила в Тбилисскую русскую среднюю школу номер 100, в которой проучилась до 4 класса. В 1942 году перешла в 25-ю среднюю школу, которую окончила в 1948 году, в том же году поступила на биологический факультет Тбилисского государственного университета. Люся Мамедовна стала первой студенткой-езидкой. В 1953 году она окончила указанный факультет, в том же году начала работать на кафедре ботаники биологического факультета Тбилисского государственного университета на должности лаборанта. В 1954 году поступила в вечерний университет марксизма-ленинизма, который окончила в 1956 году. С 1959 года работала старшим лаборантом, в том же году поступила в аспирантуру заочно, которую окончила в 1963 году. С того же года продолжила работу на кафедре ботаники на должности ассистента. В 1967 году Люся Мамедовна защитила диссертацию на ученую степень кандидата биологических наук. Стала первой женщиной-езидкой, удостоенной ученой степени кандидата биологических наук, о чем Гольдман в 1968 году писал в статье «Езиды в Грузии», которая через ТАСС была разослана в Турцию, Иран, Ирак и Сирию. Профессор Аджанашвили в университетской газете опубликовал статью под названием «Первая ученая-езидка» 8 января 1968 год. С 1971 года Люся Мамедовна начала работать на той же кафедре на должности доцента. На протяжении многих лет читала студентам лекции, проводила практические занятия и полевую практику. Нужно упомянуть, что также девушка была руководителем курсовых и дипломных работ, оппонентом кандидатских диссертаций и писала рецензии дипломных работ студентов Государственного университета и Университета имени Ильи Чевчевадзе. Также на работы, представленные учениками Дворца пионеров на Республиканской Олимпиаде. Также девушка шефствовала над биологическим кабинетом 38-й средней школы, определяла и систематизировала ботанический материал. В течение 15 лет, с 1968 по 1983 годах. Люся Мамедовна читала лекции на грузинском и русском языках биологам, биохимикам и биогеографам в Тбилисском государственном институте им. А.С. Пушкина, ныне университет им. Ильи Чевчевадзе. На протяжении многих лет была секретарем кафедры ботаники. Награждена двумя похвальными грамотами. Похвальной грамотой Республиканского дворца учащейся молодежи Грузии. Грамоты Министерства высшего и среднего образования высших школ и работников профсоюза научных учреждений. 15 марта 2003 года была награждена Орденом Чести. В том же году 18 июня была награждена Тбилисским государственным университетом медалью Ивана Джавахишвили. В 2006 году Люсе Мамедовне была присвоена степень доктора биологических наук, а затем должность ассоциированного профессора. Является автором более 30 научных работ и ветераном труда. Ушла из жизни Люся Мамедовна Алоян в 2011 году.